Всем привет! 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 С вами я, Александр Демидович. Сегодня я хочу вам рассказать и показать то, что происходит в корпусном парке. То, что происходит в центре города. То, что мы видим каждый день, лично я вижу каждый день. Но до каких-то пор мы молчим. Молчим в надежде в то, что власть все-таки начнет с этим что-то делать, принимать какие-то меры, чтобы привести все в надлежащий порядок. Клумбы, безусловно, у нас красивые, но дорожки, сейчас вы посмотрите фотоотчет, я, конечно, был поражен, я не думал, что все настолько много плохих вещей происходит с дорожками. И никто не собирается, не планирует ничего с этим делать. В начале года я молчал об этом, потому что я слышал, что якобы выделяются какие-то деньги городскими властями на ремонт корпусного парка. Но на сегодняшний момент мы с вами видим то, что никто, ничего и никак. А поллета прошло, и уже не за горами осень. И будет ли кто-то что-то делать в этом году, под большим сомнением. Смотрите.